тренер по тайскому боксу муай-тай. Тренирую здесь недалеко, вот, буквально через дорогу. Зал называется «Гладиатор». Живу, кстати, тоже здесь, в этом доме. Просто так случайно совпало. Вышел из подъезда и сразу же провожу открытую тренировку. Так, ребят, давайте сейчас проведем небольшую. Прекрасно знаете, к сожалению, практически весь мир пошел против нас. И мы должны держаться вместе, а не разбегаться, как крысы там бегут по сторонам. Все, побежали. Куда побежали, непонятно. У нас даже среди спортсменов, среди чемпионов, известных чемпионов, есть такие люди, которые убегают. Этого не должно происходить, потому что наша страна, Россия, с такой большой историей, у нас столько много легендарных героев, мы всегда побеждали, никто не мог нас сломить. То есть, ребята, я вам всегда говорю и всем своим ученикам говорю, что держитесь вместе, занимайтесь спортом и обязательно любите свою семью. Это самое главное. Всем спасибо! От нас, от всех, от сообщества «Северный человек», от сообщества «Русская община». И пожелать ему успехов в работе, в личной жизни и на память наградить от нас, от всех, ребят, на память, благодарственным письмом. Спасибо. Да, спасибо.